Баба яктан иге бектен хымган хызы полшабын. Бабам перген кивазагын үрейде кисебин. Айдым 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 чидыр, айдым айдым чидыр бин. Айдым 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 чидыр, айдым айдым чидыр бин. Мы сейчас находимся на историческом месте, вот где-то в этом районе находился небольшой город. Это был дворец, вокруг которого находились уже деревянные постройки. Гуннский дворец – одно из первых сооружений городского типа на территории Российской Федерации. Был построен из глины, глинобитный дворец. Длина, размер, значит, примерно 35 на 45 метров. Построен был в таком вот восточно-азиатском стиле, с черепичной крышей. Высота его, ученые считают, была примерно до 4 метров высота стен, толщина более метра стен. Крыша была двухъярусная, такая выполнена с закруглениями вверх, вот в таком дальневосточном стиле. Ну, кому принадлежал дворец, вопрос сложный. Сперва считали, что здесь был наместник китайский, Ли Лин. Кто-то китайский генерал, который был разбит гуннами. В результате этого, значит, император китайский казнил всех его близких родственников, братьев, детей, родителей престарелых казнил. Поэтому китайский генерал перешел на сторону гуннов. И на всю жизнь остался у нас в Центральной Азии. Это была такая первая версия. Впоследствии, значит, версии еще родились. Сейчас, в общем-то, три крупные версии. Есть даже версия такая о том, что в период гражданской войны в Китае было два императора. Между ними тоже был спор о власти. И гунны, которые также влияли на политическую жизнь Китая, одного из императоров хотели, видимо, сделать, использовать как марионетку. И для него якобы построили этот дворец. Но мы этого сказать точно не можем, но можно твердо сказать. Вот на территории практически города Абакана находятся руины одного из древнейших на территории Российской Федерации сооружений городского типа. Эта гора как бы храм, природный храм. А здесь производили моления, и, видимо, шаманы с дарами отправлялись на гору священную Хумтигей. Как бы считается, что в черте города Красноярска есть священный холм Хумтигей, внизу протекает священная речка Изырсу. Изырсу, ну, по-русски называют Качин. И вот эта гора священная для качинских родов. Смысл, значит, мы просим покровительства духа. Нужно обойти вот священный сарчин, как бы три полных круга, и положить с просьбой, либо повязать чалама, либо монеты, либо какой-то дар. Алар полза, ёлгыжа, малахтыр бапозы мны. Айдым, 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 чидыр, айдым, айдым, чидыр бын. Айдым, 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 чидыр, айдым, айдым, чидыр бын. Түнүлін жаш үстігі мені хынған алғым ал береген. Кизер тарап олза ол хуйжа миле дырба позы мыны. Хайдым, айдым, айдым, чидыр, айдым, айдым, чидыр бын. Хайдым, айдым, айдым, чидыр, айдым, айдым, чидыр бын. Айран аз чидыр шебыз. Айран аз чидыр шебыз. Айран аз чидыр шебыз. Айран аз чидыр шебыз. Айран Хайдар истек ширим. Адам ширим не килган аттарамска. Аймах шаламалар шит шебет.
Женщины карты для карты конференции, организованной Лигой женщин Асии Акунай. Спасибо большое за приглашение. И мы очень рады, что именно мы попали в ваш национальный праздник Тумпайдан. Thank you.
которая точка перепрыгнула, она когда прыгнула, значит, ребенок из ручки сидел. И в уходах пока нужно. И там была такая легенда, что там лежит Кюзе Павлов, ну, ее как бы ребенок хранивший. Она тоже своя хранила. У нее вот прыгнула. Где-то, знаете, несколько лет назад, там, действительно, русло локально сменило наполнение, да, и отложилось. Вот там, уже с той стороны, где есть героизм, там обнаружилось это область влияния, ну, как бы, подтверждение нет. Ну, правда, ученые говорят о том, что то изменение было изготовлено раньше. Большая экспедиция на территории Хакасии, и вот они описывают, как это Хакасия. Более полно, которое описано потом в 1735 году, это ученый Мессершмитт, еще позднее описывают другие немецкие ученые на русской службе, это такие как Гмелин, Палас. И вот они даже есть описание о том, что Хакасы не только почитали как божество покровительствующих женщин, но также и покровительствующих в охоте, в скотоводстве. Там охотники, которые уезжали, на лошадях три раза уезжали. Так люди подносили, в том числе и рыбу, хайру. Тәтәмнең көресі
Женщины Алтая, Алтайдынг Пшелери впервые сегодня присутствуют на вашей конференции. Конечно, наши народы много что связывает, и отдельные группы то к нам мигрируют, то к вам мигрируют. Вот здесь мы, да. Очень мы встречаемся как бы отдельными группами. Ну, такая вот как бы официальная делегация сегодня прибыла впервые. Мы очень благодарны вашему хакасскому региональному общественному объединению Алтынай и принимающей стороне на земле Таштыпского района. Позвольте вам вручить небольшие сувениры. Так, позвольте в вашем лице, ладно? Пуни. Все, спасибо. Ну, то, что это вашему отделению от нашего сувенир. Ой, спасибо. Представители ТВ, пожалуйста, ТВ, подойдите. Телеутская делегация есть? Подходите, подходите, если есть. Молодой, красивый. Западам нам сказали, бегу. Спасибо вам, что вы подошли. Смелых женщин. А вот женщины сопровождают. И кумандинская делегация, Бийск, Красногорск, быстрее, смелее. Это наши соседи, мы живем рядом, территориально. Спасибо. Встречаемся в Бурнал-Тайске. Всем низкий поклон к нам в гости. Спасибо и вам. Сейчас для вас подарок от нашей делегации. Да? Песня. Кара-кара кестери кемди Свидания меньшер сыхам, шылгым кормить умдут салгам. Шылгым ки, шылгы жам, киля-килям, живала темир уделам. Thank you.
шабыз, улуғыларға пасқ шабыз. Жүрдодымыз пісін ұспазын, ұзақ шұстыл болағар, жүр шаяларға пасқ шабыз. Жүр суыз пістін бай болзын, жон шақсы-шақсы қазық мүттеп жұптазын. Жүрдодымыз пістін қажанда көзін, алас, алас, алас. Вера жизни вечной, и текла она текла нитью бесконечной, чтоб в жилище все углы не разрушились в ненастье, чтобы колыбели все узлы были связаны на счастье ради жизни вечной, ради новых поколений. Мы просим у тебя, Тенгри, силой жизни одари. Алас, 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 алас. Коренных народов Сибири. Сегодня с нами общественная организация телеутского народа Инебаят. Руководитель Хамадияров Давид Равилевич. Тувинское отделение общественной организации «Союз женщин России». Алтайская региональная организация кумандинцев. Национально-культурный центр кумандинской культуры город Бийск. Региональная общественная организация «Женщины Алтая». Алтайский ашинарей. Ассоциация шорского народа. Лига кавказских женщин город Абакан. Город Саиногорск. Алтайский район. Село Ахшаново. Шиитские и Орджоникидзевские районы. Астийский район. Село Астис. Станция Астис. Таштыкский район. Село Таштык. Изендер Брайбин Кильган Аймах Пасха конференция на Арылы Шалары. Аймах Пасха Ханчир Республика Лырдан, Город Лырдан, Алырдан. Уга Ифты Гурар Гамендаги Целлик. Аймах Пасха Кибазахтар. Прайшу Нарды Бирхтышин. Вот мы конференция Пске Кирек Уган. Анара Олега Хказки Женщина Алтынай. Татьяна Андреевна, Анна Полчилары, мадык инициатива на Сханар и Юринстык, что у Пинтулды, мадык кюф и пшиллер, ну, Арылышылар келдилер, и программа конференции на Бургенде, уга керек сурғылар күдерлче. Ул сурғылар дэпске чухтасха хадидяна керерга керек булар, үзүрерга, чухтаса, и прай мадык конференциялар унды пеше, Хайди шумнар, аймах пасха бутыр-дюдер, бальсинар. Хайдык, хыны,
опыт бар, хайды сақстыр бар, үдірдүйдір үліс, немелер, уже конференция экспертов решили аларга. Добрый день, уважаемые участники конференции. Спасибо, что так все активно откликнулись, приехали, красивые, нарядные. Очень рады гостеприимству Таштыпского района, который принимает сегодня вот в стенах на земле Таштыпской такую конференцию. Лига Хакасских женщин Автонай – это очень инициативные женщины, которые представительство есть во всех городах и районах республики и проводят такую общественную работу, очень значимую, важную, именно на общественных началах, но очень важную работу. И то, что вот сегодня у нас есть возможность, глава республики Виктор Михайлович Зимин одобрил проведение конференции, мы смогли, скажем так, свою лепту тоже внести в организацию. И у нас есть договоренность о том, что вот эта конференция пройдет, те решения, которые будут приняты, обязательно будут исполняться, в том числе и финансовая поддержка будет направляться на те решения, которые будут сегодня приняты. И конференцию мы обговорили, что она у нас будет ежегодной. И также мы, как министерство, будем поддерживать, чтобы работа должна быть системной. Хочу вот поблагодарить тех представителей общественных организаций, которые приехали гости, чтобы поделились опытом, рассказали, как у вас проходит жизнь, общественная жизнь, взаимодействие с властью, взаимодействие с общественными организациями. Хочу пожелать вот конференции плодотворной работы. Спасибо за то, что вот такие активные, интересные, замечательные люди здесь собрались. Праздник Зенер, Арлы, Айжилар, Арлы, Хакас Республики, Паса регионарының чурталшылары, хайдада өрністік, по пүнгі шылық болша, хайдың актуальны сұрғылар пүнгі өдірілші. Біз хайдада сағынша біз, по Хакас Республиканың Паса наука министерствозының адынан, сірілге улу-улу халғыз жедірше біз. Пинга, мандар, хайхастах, шилых полша, и прайзы первый кильгеннер ушун, хайдар мандар сурулларм до кёдр шедер, постелерен, пастым субъектерен до хайди хайралира, тилидера, пастым халар пергизы, пергиздер уга кёб того сапаршалар, анам саринам прайзен, пас прайзен алгастып шабас, следок того старых туземных ползын, хайдар нас агастар, нас алтарлар пин ползы, чурты сапрайзы кизынер. Чоларын азы ползын, сагастарын пин хайдада терем ползын, хазықтарын пин ползын, шевелюстерын артық ползын. Прайынға алғыз, прайынға улух алғыз. Изенер арлық нанчалар, арлық өрелер. Шоқтерді керек, Надежда Сергеевна Максимовна, алын түркінді парысын, мұнды тоғынды парысын, Москвазар, анды шылығылар керек тоғынырғы. Ары үшін сұрынғын маға, сұрын алынды, шоқтудырғы, алғыстерғы сұрынды перкелген үшін, шоқтерғы епшелер қады болзалары е, пөгіндерін тұрғысалары е, ол пөгіндер пайт олалар. Дорогие дамы, приятно видеть вас, нас, наших соратниц, сегодня вот в этом зале, на этой благоприятной, плодородной, красивой земле Таштыпской, чтобы вы соприкоснулись с той природой, которая, в которой мы живем, хакасский народ. И очень приятно, что сегодня вы будете решать те проблемы, которые в будущем они могут решаться на уровне Федерального собрания. Надежда Сергеевна Максимова, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам, позавчера улетела от работы в очередной раз в Хакасии, в Москву, поскольку там пленарное заседание. И она просила вас всех приветствовать от своего имени, пожелать вам плодотворной работы, пожелать исполнения всех тех задач, целей, которые вы будете ставить перед собой сегодня и решать их в будущем. То есть она делает все для того, чтобы финансирование из федерального бюджета мероприятий и объектов Республики Хакасия решалось положительно. Ну, а неоднократно она встречалась с Лигой Хакасских женщин Алтанай. Одной из первых встреч, будучи избрана еще в предыдущем созыве, она уже второй раз избрана,
то ее была первая встреча с Советом старейшин хакасского народа, поскольку это представительный орган коренного народа, который избирается на съезде хакасов. И, конечно, с Лигой хакасских женщин Алтынай, потому что всегда у нас женщин хакасов и Саяна Алтая, женщина, она, это тот человек, который вертит мужчинами. Пусть мужчины надеются, что они исполняют все, но фактически решаем и двигаем жизнь вперед мы, женщины. Всего вам доброго. Инженер Арлых Нанчелар, Бин Слетен Хайтуатар, Магат, Тек, Кунт, Тоз, Прайс, Пржирта, Шилзвал, Постарным, что старым, Узуров, Стен Хайди, Мангалде, Хайди, Стен Шон, Пржон Бурбан, и что Стен Хайда Бурбан, Узурозер, исторический, научный, практический, Сруглар Тепрай, Ол, Иди, Шилзханде, Шон, Постарным, Тугас, Устарным представленным Лескенте, он уга могет подразумевать. Президиум Совета Старейшин искренне вас всех приветствует и поздравляет начало научной конференции. При обсуждении вы друг друга узнаете ближе и исследовательские работы, направления работы, которые вы занимаетесь научной, практической деятельности, обучения, подготовки будущего поколения. Мы думаем, что эта конференция даст еще большой толчок для вашего дальнейшего совершенствования и сближения народов Сибири, коренных жителей Сибири. Мы очень рады вас приветствовать и желаем вам удачи, успехов во всех делах. Ну, конечно, ваши решения мы будем анализировать еще в дальнейшем и постараемся создавать условия и практически реализовывать многие ваши идеи, замыслы, которые вы сегодня выработаете на этой конференции. Спасибо вам большое. Добрый день, уважаемые участники межрегиональной конференции. Мы рады приветствовать вас всех на нашей гостеприимной Костромской земле. Сегодня те ставящие вопросы, которые вы ставите перед всеми, они актуальны. И те задачи, которые мы должны решать совместно, общественные организации, совместно с властью, они должны решаться. На сегодняшний день проблема у нас, я скажу, стоит как бы познание родного языка. Поэтому те решения, которые сегодня будут приняты на конференции, совместными усилиями, общественностью и властью должны решаться и быть подняты на более высокий уровень. Поэтому всем участникам конференции плодотворной работы и те решения, которые вы сегодня выработали, но я пожелаю, чтобы они решались. Всем спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Простите за то, что мы немножечко задержались, перенесли место проведения. Какие вы красивые все. Вы знаете, спасибо огромное за приглашение. Дело в том, что, наверное, ни один народ не сможет существовать и продлевать свой род, свою историю, свою культуру без сохранения тех традиций, ценностей, которые вот по капелькам, по крупицам собирались многими-многими тысячелетиями и передавались из поколения в поколение. Поэтому вот сегодняшняя ваша конференция, она имеет абсолютно нет той цены, которую можно было бы оценить. Тот вклад, который вы делаете в то, чтобы сохранить историю, культуру, сохранить легенды, традиции, сохранить те ценности, которые рождаются в семье, начиная от отношений между мужчиной и женщиной в хакасской семье, какие существуют традиции, начиная от одежды, что в этой одежде, почему она такая, а не какая-то другая, какие головные уборы, почему они такие, а не другие. У каждого народа есть вот эта традиция сохранности, начиная все от свадебного костюма, как я говорю, до того, как рождается ребенок, как он воспитывается, как дальше живет семья, как развивается язык, какие
ценности сохраняются в школьном учебнике, что передается, что нужно брать, а от чего нужно, предположим, отказываться и нужно ли отказываться. Поэтому, конечно, вот то, чем вы занимаетесь, это как бы сердце. Сердце любой нации, сердце любой республики, области, которая это хранит как самый-самый, наверное, лучший сосуд, наполненный вот этой красотой, которая передана через гены, через ДНК детям и передается для того, чтобы сохранить вот это самое начало-начало. И поэтому спасибо вам самое, ну, огромное, большое спасибо за то, что вы делаете, это не работа, я бы ее не назвала работой, за то, что вы через свое сердце, через свои знания, через свои наблюдения, через анализ того, что происходило за много-много лет, аккумулируете и передаете в сегодняшнюю жизнь, в завтрашнюю жизнь, через поколения. Поэтому любой разговор, который происходит на эти темы, очень важен. И очень важно, чтобы это услышали. Для того, чтобы сохранить эти самые ценности, о которых вы сегодня и не только сегодня говорили, говорите и внедряете непосредственно в свою жизнь и в жизни всей республики. А значит и в историю всей России, потому что Россия многонациональная страна. И все традиции, вся история, вся культура, безусловно, это тот кладезь, который как раз и составляет богатство всей России в области культуры, в области развития страны вообще в целом и закладывает основу для будущего нашей страны и для ее развития. Поэтому огромное вам спасибо, просто низкий поклон от всей души за то, что вы делаете. Это первое, о чем я хотела сказать. И второе. Я не знаю, сколько минут мне можно говорить. Хотела бы сказать о следующем, что сегодня, как никогда, придается огромное значение именно сохранению вот этих самых культурных ценностей и тому, чтобы это проросло через многие-многие поколения. Вот Хакасия наша отличается тем от других, может быть, территорий, областей, республик, тем, что именно здесь родилось прежде всего решение такое, чтобы был создан культурный как бы центр и прежде всего проходили форумы, на которых исторические форумы, которые сохраняют не только вот самый вот этот, саму соль земли Хакасской, ее истории, культуры, как я уже сказала, но и приглашают на эти конференции уже представителей других народностей, других народов, других стран. И уже конференция, которая раз в два года проходит в республике, она, в общем-то, по сути, становится международной. И это очень и очень важно. Это значит привлечение огромного внимания к тому, о чем вы говорите и над чем вы работаете. И очень еще важно то, что, например, музей, который открылся в республике, вы знаете, я недавно была за рубежом, ко мне подходили очень многие представители стран и говорили о том, что у вас такого есть в Хакасии, потому что они посмотрели фильм, в котором говорилось о наших бесценных, абсолютно тысячелетних вот этих камнях, как они назвали. Они называют это камнем, на котором есть росписи. Такие камни есть на острове Пасхи, Майи, но там нет этих росписей. Нет того, что адресовано нашему поколению, прошло через тысячи лет. И спрашивали, правда ли это, действительно ли это то самое достояние, которое вот самой природой до сих пор дошло до нашего времени. И когда говоришь, что это правда, есть огромное желание делегациями посетить наш музей. То есть он вышел за рамки Хакасии. Это бесценный дар, который мы можем подарить и другим национальностям, другим странам, в том плане, что это вот то самое, что мы из недр истории до сих пор сохраняем и, что очень важно, передаем не только нашим поколениям, но и многим-многим другим странам для того, чтобы люди узнали нашу страну через вот эту тысячелетнюю историю. Я уже не говорю о том, какой популярностью пользуются книги авторов Хакасии. История написанная, язык, его изучают, кстати, очень интересно. Я была в лингвистических
центрах, очень многих мировых, которые очень серьезно изучают хакасский язык. Каждый символ, каждый звук, откуда это пришло, что обозначает, какие корни, с какими связано другими народностями, где есть совпадение, почему это произошло и так далее, и так далее. На самом деле это огромная, интереснейшая такая и поисковая, и историческая, и научная работа, и это очень и очень нужно. И следующее, о чем я хотела сказать, это то, что здесь собрались в основном женщины. И что очень важно, то что в последние годы роль женщины очень сильно поднимается в Российской Федерации, и это правда. Дело в том, что 3 года назад состоялся в России впервые по инициативе Валентины Ивановны Матвиенко форум, Евразийский женский форум. Сейчас, в сентябре, 21 числа, откроется 2-й Евразийский женский форум. Я думаю, что делегация как раз представительниц женщин Хакасии, она должна быть обязательно и принимать участие в этом форуме. В прошлый раз принимала участие более 80 стран, представительниц из 80 стран мира. Сейчас уже заявок больше 100 стран подали на участие в этом форуме, где на различных площадках обсуждаются вопросы, которые касаются и сохранения национальных традиций, и сохранения языка, и роль женщины непосредственно в экономике, в социальных вопросах, и роль женщины в семье, и вообще речь о семье. Вы знаете, как сегодня на Западе совершенно иное представление, попытка сформировать не только у нас вот через западное восприятие так называемой семьи, которую мы не принимаем. У нас традиционная семья, муж, жена, а не папа один, папа два, или мама один, мама два. Значит, детей мы воспитываем вот в семейных отношениях. Да, есть проблемы, безусловно, но тем не менее, традиционная семья для нас главное, что мы храним, будем хранить и будем передавать дальше. Там не так. И уже многих учителей увольняли в западных государствах, когда они ребенка называли мальчик или девочка, потому что принято называть ребенка только после того, как ему исполнится определенное количество лет, он сам должен определить, мальчик он или девочка. А до этого, значит, никто не может сказать, кто он. Но мы прекрасно понимаем, что это вырождение. Это вырождение. И понятно, что такими народами очень легко управлять будет, потому что и манипулировать, потому что нет семьи, нет обязанностей перед детьми, перед друг другом, и, конечно, это ведет к пустоте, по-другому я не могу сказать. Нам это неприемлемо, поэтому мы должны делать все, чтобы сохранить нашу российскую семью. И то лучшее во взаимоотношениях, воспитании детей, в отношении друг с другом, его развивать. И чтобы в обществе было уважение и почитание, прежде всего, к матери. Я возглавляю Всероссийское движение «Матери России». Вы это знаете. Мы, в общем-то, думали и задумывали это движение, как прежде всего движение, которое будет пропагандировать и прививать уважение в Российской Федерации к роли матери, к материнству как таковому. Потому что это не значит, что у нас нет такого же почитания и уважения к отцу, ничего подобного. Но уважение к матери, оно как раз и говорит об уважении к отцу, уважении к пожилым людям, взаимоотношения между детьми, матерью, между детьми, отцом. То есть вот в этой семье отношения формируются все-таки на основе того, что есть мама, которая дает жизнь. Мужчине не дано природой право рожать ребенка, женщина рожает. И именно поэтому от ее поведения, от того, как она себя готовит к тому, чтобы родить ребенка, как она его берет в руки и кормит материнским молоком, а не смесями, заменителями, отказываясь только потому, чтобы не портить фигуру и все остальное. К сожалению, это тоже есть. И грудное вскармливание не стало для некоторых главным в их семейной жизни. Отказ в пользу себя, эгоизм вот такой, или нерождение ребенка, или аборты, и многое-многое другое. Или в семье, когда женщина пьет, и алкоголизм очень тяжело излечим, есть женщины-наркоманы. Эти все риски, они, конечно, влияют на здоровье женщины, но и прежде всего на здоровье будущего ребенка. Это вопросы, которые мы должны смотреть
и именно через призму и позицию, а кто же такая мама? Почему мы должны преклонить колени перед нашей мамой? Потому что она должна быть полностью для каждого из нас символом настоящего человека, личностного, нравственного, морального, человека, который, давая жизнь, дает самое лучшее ребенку и ответственно перед собой, в том числе и за отношения свои с мужчиной, со своим мужчиной, с мужем. Поэтому вопросов много. Но в Российской Федерации нам удалось, практически в 73 регионах существует региональное отделение, где мы ставим памятники нашим лучшим матерям. Мы открываем аллеи, у нас есть такой проект материнской славы, и делаем парки материнской славы. То есть мы работаем над вопросами, которые, в общем-то, помогут обществу по-другому относиться к маме. И я считаю, что одна из главных задач, когда мы сделаем так, что мама будет абсолютно всеми почитаема, и та мама особенно, которая уже вырастила детей, будучи в пожилом возрасте, тогда общество у нас будет и более добрым, и семью будет хранить, и многие другие ценности будут видеться совсем по-другому. И еще мы проводим такой проект, как «Здоровье матери». Но сегодня мы вышли на проект «Здоровье мужчин». У нас есть программа «Сохраним жизнь маме». И мы за этот год, только за последний, проверили более 1 700 000 женщин, абсолютно бесплатно, когда мы задались такой целью, чтобы профилактировать рак молочной железы. Это заболевание занимает первое место среди всех онкозаболеваний. И каждый день в Российской Федерации остается ежедневно, вдумайтесь, я не ошиблась, не ежемесячно, а ежедневно, 47 детей без мам из-за того, что мамы умирают от рака молочной железы. Нам удалось, проверив 1 700 000 небольших женщин, более 70 000 женщин прооперировать, оказать медицинскую помощь, которые не знали, что у них уже есть начальная степень, а иногда и вторая, и третья степень рака молочной железы. Сегодня у нас вторая проблема возникает. Среди всех онкозаболеваний рак предстательной железы занимает второе место после рака молочной железы. Мужчинами нашими мало кто занимается, но и они не идут на профилактические осмотры в силу того, что он мужчина, как же он может быть больным? И как он может, он более стеснителен, он более как бы к себе подходит, так вот, поднял руку и махнул. В другой раз проверюсь, даже если что-то болит. Поэтому наша задача, одна из главных задач, чтобы здоровье матери, здоровье отца, а и, значит, здоровье всей семьи были совсем другими. Именно поэтому мы сейчас ставим такую программу, по крайней мере, проработали с нашим ФМВА, значит, с Федеральным агентством биологических исследований, программу по производству наших собственных передвижных маммографов, которые будут насыщены различным и другим медицинским оборудованием для комплексной проверки мужчин и женщин непосредственно в каждом регионе, доходя до каждой фермы, до каждого маленького поселочка. И мы эту работу сейчас начали. Обследования прошли более чем уже в 30 регионах Российской Федерации практически тотально. Поэтому я думаю, что и в Хакасии та программа, которую проводит сейчас наша руководитель регионального отделения Татьяна Павловна Чудинова со своими женщинами, она достойна признания и уважения. И они уже более 200 женщин обнаружили с раком молочной железы, оказали помощь, содействие. И я думаю, что это серьезный вклад. И думаю, что, говоря о здоровье женщин, тех представительниц, как раз вот вас здесь присутствующих, которые коренное население, которое в честь именно вас дано название республики. Поэтому для вас сохранение своей нации, своей республики должно быть тоже очень важным. Поэтому здоровье каждой женщины должно быть на первом плане. Ну, естественно, вашей семьи тоже. Я чуть-чуть коснулась только некоторых вопросов. Их гораздо больше, спектр огромный. Мы сейчас собираем в каждом регионе сведения и выпустили книги по подвигу матери. Материнский подвиг достоин уважения. Вот если я у вас сейчас спрошу и задам вопрос, кого вы знаете из женщин Хакасии, кто во время Великой Отечественной войны
был медсестрой или воевал, кто-то вернулся, кто-то не вернулся, и кем гордится республика. Назовите мне такое имя. Цуканова наша. Еще. Сколько таких женщин в республике? Кучендаева. Сколько? Вы знаете, у меня к вам огромная просьба, я не праздно задаю вопрос. Хорошо, что вы знаете, вот старшее поколение еще знает. Когда приезжаешь в регионы и задаешь этот вопрос в студенческих аудиториях, молодежных аудиториях, они могут сказать о том, какими женщинами и кем вообще гордится область или какая-то другая республика. Именно поэтому взяли для себя проект, и он называется «Подвиг матери», где мы описали жизнь каждой мамы, которая была на фронте и коренной житель, и ушла на фронт с территории области или республики. И это очень и очень важно, потому что память – это тоже наша история, это дань уважения той семьи, которая воспитала эту женщину. Мы открываем потом музеи, ставим памятники, пишем о них книги. И пишем руками молодого поколения, которые встречаются, изучают, смотрят, где жили, кто сегодня родители, кто потомки. И на одной странице рассказывают как раз сами о себе, кто они сейчас. А дальше идет рассказ об этих матерях. Это очень-очень важно. Точно так же, как и книга, которую мы сейчас начинаем собирать все сведения, это сыны Отечества, мужчины, которые совершили подвиги, и в настоящее время в том числе, и мирные, и военные. Это тоже нужно знать всем нам. Это наше богатство, это наша нравственность и совестливая, как сказать, вот та струна, которая дает возможность нас считать людьми. Я не буду больше задерживать вашего внимания. Если можно, я потом послушаю и, как бы, может быть, отвечу на вопросы, которые у вас появятся. Если смогу, не смогу, скажу, что не знаю, не отвечу, но возьму на вооружение. Я признательна вам за терпение, с которым вы меня выслушали сейчас. Хочу пожелать успехов и сказать еще вот в конце этого выступления следующее. Берегите свою республику, берегите тех людей, которые стараются жить и работать во имя республики. Делайте все, чтобы никому не удалось и никогда не удалось всех по частям разделить или столкнуть лбами. Это мы видим в мире, делается очень быстро, разрабатываются целые программы, проекты, и очень многим не имется, потому что у нас великолепная страна с большими территориями, с большими богатствами, к сожалению, небольшой численностью. Именно поэтому проблема демографии, она стоит на первом месте на сегодняшний день из всех программ. Потому что нам нужно, чтобы население было как можно больше. А для этого нужно решать и многие социально-экономические задачи, и другие. Но тем не менее, все проекты, связанные с рождением детей, они приоритетны на сегодняшний день. Поэтому делайте все, чтобы вы отшелушивали то, что, предположим, важно, и то, что не нужно. Манипуляцию от неманипуляции. Пожалуйста, я вас очень и очень прошу, потому что вот здесь в присутствии даже мужчин я могу сказать, что как бы там ни было, но мать всегда бережет свою землю и свою семью. И мы не хотим, чтобы в наш дом постучилась никогда беда. Поэтому нужно нам делать все, чтобы мы были консолидированы, где надо, того отругать, поставить вопросы, потребовать, но когда приходит момент решения каких-то важных задач, которые стоят перед всеми нами, нам нужно быть консолидированными всегда и не давать возможности никому вторгаться в нашу жизнь. И это будет правильно, потому что мы здесь храним свою Россию и свою землю. А сейчас разрешите мне вручить наши награды. У нас есть высшая награда, медаль, которую мы вручаем лучшим нашим представительницам, женщинам, которые проявили себя в заслугах. Может быть, кто-то и не знает, но, может быть, некоторые работают добросовестно, не пиарятся, их не видно. Но, тем не менее, это женщины, которые делают очень и очень много. Есть очень яркие женщины, которые тоже работают активно.
неважно, как ты себя проявляешь, я имею в виду в личной активности, но очень важно, чтобы эта активность была продуктивной и системной, и служила на пользу людям. Именно поэтому почетной грамотой и этой медалью мы награждаем, вы знаете и любите этого человека, Татьяну Андреевну Майнагашеву. Татьяна Андреевна, низкий вам поклон. Спасибо вам за то, что вы объединили столько женщин и что вы хранительница этого прекрасного очага. Галина Семеновна Кангарова. Грамотой награждается Каскаракова Зинаида Ефремовна. И бурные аплодисменты. Чаптыкова Елизавета Григорьевна. Шолубаева Валентина Гавриловна. Шурышева Зоя Михайловна. Юбилейная серебряная медаль. Они все серебряные, а вы золотые. Золотой фонд нашей республики. И пусть хранит Господь каждую семью и благословит работу каждой из вас на благо нашей республики. Спасибо. Мой, моя, моя жизнь.
благодарность Амировой Айше Джулдыбаевне, руководителю Национально-культурного центра Командирской культуры «Город Красноярск», за участие в межрегиональной конференции «Семья и материнство как этнокультурное наследие коренных народов Сибири». Камбу Алдынкыз Чамзрыновне, руководителю Тувинского регионального отделения общественной организации «Союз женщин России». Тереховой Наталье Гавриловне, руководителю Национально-культурного центра кумандинской культуры «Город Бийск». Тодышеву Василию Федоровичу, руководителю общественной организации телеутского народа «Энэ-Баят». Сама лично побежу вам пояс мужской, он обязательно, почему у нас шаккур называется широкий, но это почетный самый такой пояс для мужчин. И земля, у нас основной цвет черный, потому что как мужчина должен крепко стоять на своих ногах, и все, потому что делается благодаря мужчине. За активную общественную деятельность и организацию межрегиональной конференции «Семья и материнство как этнокультурное наследие коренных народов». Леснянскому Владимиру Васильевичу, главе КПХ индивидуальному предпринимателю. Шахсы шерлерінді тозыл бастық шутлық болынар.
Халын шақсы үш дұнарда түгәнместі күстігі болынар. В мире, в согласии, по-братски живите. Пречистому демону победить себя не давайте. На вашей большой, хорошей земле пусть ваши силы не иссякают. В вашем богатом, прекрасном владении пусть пища не кончается. В вашем светлом, прекрасном владении счастливо живите. Oh,
Ахтал, 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 Ахтал,